Бритва столичная, завод СТИС, не продается, подготовлена под заказ. Практически новенький экземпляр, легкие-легкие следы использования и времени. Сейчас покажу подробнее. В комплекте оригинальный футляр, видно, что сделано по РТУ 59 года. Цена 4 рубля, самая высокая по бритвам СТИС вообще. Вот. Ну и модель, название модели — бритва столичная. Без инструкции, но сам футляр целый, для транспортировки и хранения самое оно. Вот. На клейме можно видеть название модели столичная, значок спутника, логотип завода СТИС и год 66. Также на хвостике есть цифра 15. Не знаю, что значит. Вот. Гравировка практически в полном сохране, процентов на 95, наверное, сохранилась. На букве S есть маленькое пятнышко. Я его особо выдраивать не стал, чтобы саму гравировку не повредить. Вот. Ну, тут, как обычно, на этих бритвах надпись «Столичная», изображение Кремлевской стены и башни со звездой. Вот. Бритва полностью чистенькая. Спинка, носик, обратная сторона полотна, эрль, хвостик. Ну, в общем, все как заявлено. Внутри чисто, зубцы чистые, ручка полностью чистенькая, без трещин, без царапин, оригинальная, спинами, проставочкой. Вот. Покажу, как проходит тест. Хорошая модель. Пришла на смену бритвам СТИС Москва, которые вообще были супер премиальными в свое время. Вот. Сталь у этого экземпляра хорошая, точится очень быстро. Может быть, чуть-чуть мягче, чем на обычных стезах, хотя к бритве 100% никто не притрагивался. Это и по гравировке видно, и по состоянию полотна. Именно оригинальная здесь термообработка, то есть твердость та, которая была заложена в нее с завода. Вот. Но мне показалось чуть-чуть помягче, чем обычные стезы. Ну, побреешься, посмотришь. Я думаю, понравится. Заточен на одном слое изоленты. Будешь там на своем тревантине подводить, имея это в виду. Увеличивать угол именно здесь смысла я не вижу. Вот. Здесь именно хороший сейчас бритвенный угол. Заточку должна держать хорошо. Вот. Ну, будешь сам перетачивать, посмотришь. Заусенность не ползет, сталь хорошая, не крошится, естественно. Такая неперекаленная. Вот. Ну, в общем, под тестом как-то так. Все, сегодня постараюсь отправить. Крайний срок завтра. Ну, скорее всего, сегодня успею. Такая вот бритовка.